Я в Ишиме, на железнодорожном вокзале. Вот здание дореволюционной постройки. Очень милое здание. Здание автовокзала в Ишиме. Вот такое новенькое здание. Автовокзал находится, если пешком, в 3 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В здании Ишимского автовокзала жду своего автобуса. Чудесный, чистенький городочек. И замечательные фонарные столбы. Яблочки и ранетки созрели. Рябинка покраснела. Такая дешевая реклама. 2 килограмма суш за 999 рублей. Классно. Вдалеке огромный элеватор. Проезжаем через железную дорогу. Едем по промзоне Ишима. Панорама ишимских окраин. Выезжаем на трассу. Вот федеральная трасса на Тюмень.